чуть выше, чем Паганини стояла по итогам короткой программы. У нее 8-я позиция. Да, она сестра, естественно, Йорика Хендрикса, который накануне завершил свое выступление здесь, на чемпионате Европы. Ей 18 лет. И она в короткой программе очень хорошее впечатление оставила. Посмотрим, что будет здесь. Под Gotham Project. Позицию Differente. Ее произвольная программа. Знаете, как хороший ход. Очень бодренько катит. С руками. И в этом нет ничего удивительного. Очень уверенно она в прыжке себя чувствует. Тройной луц на почти плюс один, смотрите-ка. Тройной флип и двойной тулуп она добавила. Двойной аксель, пока она очень свободно себя чувствует на льду. Еще один хороший прыжок. Тройной флип. Извращение совсем не стыдно. Посмотрите, как она бодро меняет позиции, не теряя при этом хода, не отдаляясь от центра, в котором она начала, от точки, в которой она начала исполнять вращение. Ну вот и поэтому, видите, да, четвертый уровень сложности и плюс один бонус от судей. А плюс один балл, это значит, 1-2 плюса ставят арбитры. Даже скорее, если это вращение, то там вообще все судьи плюс 2 ставят. Саков, двойной тулуп и двойной ридбергер. И сразу аксель 2,5. Ай, здесь, да. Здесь, конечно, должен был быть каскад. Двойной аксель, двойной ридбергер. Но в итоге получился двойной аксель и ридбергер в один оборот. Ну и так на десерт под занавес еще и тройной Саков сделала. Прекрасное вращение в заклоне. За вращение в заклоне она получает от судей плюс 2, плюс 3. Видите, ГОЕ горит 1,29. Молодец. И вы знаете, лучше, чем брат, она выступила, да? Но она и в прошлом году, кстати, была 7-й на чемпионате Европы. Здесь после короткой 8-ю позицию занимала. Но вот тут, кстати, она может подняться достаточно высоко, потому что в сильнейшей разминке катаются две фигуристки.